Добраться до Кирова или Сыктывкара теперь станет проще. С 13 сентября между Нарьян-Маром и столицами соседних субъектов возобновится регулярное авиасообщение. Новый рейс будет выполнять компания Коми Авиатранс на реактивных самолетах бразильского производства Embraer. Осенью прошлого года рейсы в республику Коми и Киров были отменены. И пассажирам приходилось добираться до места назначения либо сезонным транспортом, баржами в навигацию и машинами по зимнику, либо транзитом через Москву, Санкт-Петербург или Архангельск. Но стоимость такого путешествия многим не по карману. Теперь же посетить соседний субъект можно гораздо дешевле. Одним из первых купил билет на новый маршрут наш коллега Роман Делимарский. Приобрел билеты, на самом деле сумма очень даже устраивает, 3000 с чем-то, там буквально 3400 у меня вышло. Вот. И я очень даже рад по поводу этого, то что самолеты впустили. Потому что самолетов не было, если ехать в отпуск домой, то через Москву. Через Москву, если лететь, то в районе 20 тысяч. Работа по открытию нового маршрута велась с осени прошлого года, сразу после того, как UTR Express сократил рейсы. И вообще, это процесс такой не однодневный, так скажем. Да? Это все готовится заранее, все эти согласования, согласования слотов и так далее. То есть в авиакомпании должны быть свободные воздушные суда, которые можно эксплуатировать. Поэтому нужен парк. В августе во время визита главы республики Коми Вячеслава Гайзера в Ненецкий округ вопрос о рейсах в Коми и Киров был решен. По новому направлению будут летать самолеты бразильского производства Embraer 145 на 50 мест. Они пополнили воздушный флот компании около года назад. Сегодня мы накатываем большую маршрутную сеть из Сыктывкара, из Санкт-Петербурга, из других городов России. И в принципе мы готовы расширяться и дальше. Ну, наверное, с учетом того, как покажут себя эти рейсы жителям Нарьян-Мара и округа. Но если будут положительные отзывы, если самолеты понравятся, мы готовы рассмотреть возможность увеличения нашего присутствия на ненецком авиационном рынке. Самолет будет вылетать в воскресенье в 9:20 из Сыктывкара. В Нарьян-Мар он будет прибывать в 10:20. Ровно через час нарьян-марские пассажиры уже будут в Кирове. А затем самолет отправится по обратному маршруту. Киров-Нарьян-Мар-Сыктывкар. По словам начальника аэропорта, эти направления всегда были востребованы. Зимой требовалось от 2 до 3 рейсов в неделю, летом от 3 до 5. Цена билета от окружной столицы до Сыктывкара или Кирова порядка 3000 рублей. Продажа билетов на первый рейс началась 7 сентября. За 2 дня распродано уже порядка 30 мест в салоне. Алена Валеева, Владислав Носкин, Александр Дуркин, телеканал «Север».